Да. Вот скажите, как невозможно не любить свою страну? Вот эту прекрасную речку, да? Эти деревья, эту свободу. Свободу. Главное – свободу. Kiyevdə yaşayan Yaroslava əvvəllər heç bir hərbi sahədə təcrübəyə sahib olmasa da, bu ilin fevral ayından Rusiyanın təcavüzü başlayan kimi Ukrayna silahlı qüvvələrinin sıralarına könüllü yazılıb. Yaroslava müalicəsi ilə əlaqədar hazırda arxa cəbhədədir. Kanalımıza müsahibə verən Ukraynalı xanım baş verənlər haqqında təəssüratlarını da bölüşüb. Доброго дня, мы из Украины. Я приветствую народ Азербайджана. В первую очередь хочу поблагодарить народ Азербайджана за помощь, предоставленную Украине. Ну что ж, поехали. Меня зовут Ярослава, мой позывной Маруся. Я солдат ТРО, 129-й батальон, 1-я рота, 3-й взвод. Что, проживаю в Киеве, на данный момент прохожу лечение в госпитале. Как все началось? Вот, рассказывай все. Ну, как все началось? Началось все с того, что мне позвонили мои дети. На тот момент они были в Иванкове, это Киевская область, Выжгородский район. 24 числа и скинули мне видео, где по Иванкову проезжали БТР и танки. Это заходили русские войска. Все были с буквой «В». Надпись на машинах и видео, что вот у нас русские войска. Это было 23 числа, 23 февраля. 24 февраля утром, 6 часов утра, проживая на Оболоне, мы проснулись от сирен. Понятно, всем страшно, никто не понимает, что происходит. Никогда никто с таким не сталкивался. И вот я звоню домой, и мне моя дочь говорит: мама, мы в оккупации, и что делать? И первое мое решение было идти, я никогда до этого не служила, не была ни с чем с таким связана, никогда не принимала участие ни в каких боевых действиях. И мое первое решение это было идти в военкомат на защиту Родины, потому что мои дети оказались не в очень хорошей ситуации. Мы пришли вечером в военкомат, то есть мы день наблюдали за новостями, что происходит. У меня товарищ, он вообще сам после АТО, морпех, сейчас он опять же таки служит со мной в одном батальоне. И мы так с ним посоветовались и решили, что мы идем на защиту Родины. Мы пришли в военкомат, очередь была огромная, была куча парней, которые уже были в АТО. Была куча людей, которые вообще никогда ни с чем с таким не сталкивались. И мы отстояли очередь, наверное, полчаса для того, чтобы нас записали. Но нас записали и сказали идти собирать вещи домой и утром приходить уже с вещами. Ну и мы пошли. На 25 числа с вещами нам звонят и говорят, что военкомат обстреливают и его переносят в другое место. Идите туда. И вот доходим мы до героев Днепра и видим ситуацию. Много кто видел эту ситуацию в интернете, где мужчина в машине был переехан БТРом. Да. Вот, мы не... Вообще я была в шоке, потому что я говорю, а что здесь происходило? То есть там какие-то уже были действия. Уже это были... диверсанты, да, более которые? Да, вот забегали. Это... Оказывается, с... Как уже потом выяснилось, что они же заходили со стороны Чернобыля. И, грубо говоря, за 2 часа они были возле Дымера. За 2 часа. Yeah. То есть все было уже там налажено и просто пройдено. И вот мы бежим на Полярную. Это было, да, там нам выдавали автоматы. Мы прибежали туда. Понятно, у людей тоже паника, там сирена, там обстрелы, там что-то летит, никто не понимает, куча людей, и там такие опять-таки в 2 раза больше людей, много женщин, которые тоже никогда не воевали, вообще семьями приходили. И мы получили автоматы, и нам выдали позицию возле Московского моста, нам надо было там стоять и держать пост, потому что уже со стороны Броваров там были активные бои,
Там обстреливались воинские части, и там, ну, была жесть. И вот мы решили, что мы не будем ехать на машине. Там у нас были товарищи, которые были с машинами. Мы решили, что мы пойдем пешком, дабы нам посмотреть, так как мы тоже не знали, что за ситуация происходит в стране. Посмотреть вокруг, может, вдруг какие-то будут пути отступления, или куда нам, если что, бежать. Мы тоже все были люди не военные. У нас из военных был только наш командир, и то молодой, ну как молодой, батя, мужчина, который контрактник. Он говорит, я тоже, говорит, был в АТО, но, ну, типа, говорит, таких ситуаций я не встречал. Вот мы идем, и представьте, насколько у нас стал дружнее вообще народ. Мы идем, кто-то там нам ладони плескает, кто-то кричит «Слава Украине!», кто-то там кричит нам «Давайте мы вам покушать!». То есть это было настолько, это превозносило настолько дух, что даже не зная ситуации, что будет происходить дальше, у нас было высокое такое настроение, чувство гордости, то есть ответственности перед Родиной, что нас уважают люди, которые вообще не знают даже кто, ну, что мы идем и куда мы идем. И потом мы шли, проходили мимо перукарня, как по-русски, парикмахерская, извините, с парикмахерской, там женщина кричит, может вам какие-то медикаменты, давай там нам давать всякие бинты, вата, перики, зеленка, все что было, то есть люди настолько сплочились, что это было... Все как-то хотели помочь. Да, все хотели чем-то помочь, как-то, да. Вот мы пришли на позиции и встали, и ждали, что будет дальше. Скажите, как невозможно не любить свою страну? Вот эту прекрасную речку, да? Эти деревья, эту свободу. Свободу. Главное, свободу. Когда я была на службе, у нас происходило очень много интересных моментов. Например, был момент, когда мы стояли на посту, мы стояли возле Донбасса, тогда еще не было, нации нам подавали, мы созванивались по телефону. И был момент, когда нам позвонили с предыдущего поста и сказали, ловите диверсионную группу, едет на джипе, без света. У каждого паника, соответственно, можно делать. Мы стали так, выстроились полукругом, не зная вообще, что будет происходить, как будет происходить вообще, что надо делать. Указаний, ну, как бы, ну, еще не успевали давать. Вот происходит ситуация, подъезжает эта чудесная машина, джип. Мы все стоим, никто не знает, что делать, мы все наставили автоматы. Подъезжает этот джип, стоит, смотрит на нас, и в какой-то момент берет и разворачивается и уезжает. Уезжает оттуда, откуда приехал. И потом, когда мы уже отзвонили, что джип уехал, мы ничего не сделали, на том посту, где позвонили нам и сказали, что ловите диверсионную группу, они их и словили. То есть ребята подумали, что мы из той же диверсионной группы, что и они, и просто нас не тронули и уехали. А там мы их по новой словили. Вот такая вот была ситуация. Сейчас, на данный момент, я прохожу лечение. После курса лечение, я планирую вернуться в свое ТРО, в свой батальон для несения подальше, ой, дальнейшей службы. Слава Украине! Все буде Україна! Героям слава! Дякую! И вам дякую!